Всем привет, ребят. Ну что, мы на, хотел сказать, финишной прямой, но мы просто на прямой 900к, мы сегодня их апнем. Я думал, что мы будем там до конца месяца ждать. Сделаем это намного быстрее. Поехали. Поехали, сделаем этот переходик новый. Так, let's go free. Pistol 8. Окей. Что там у нас по акциям? Есть такой вот коллекционер, как видите, здесь он довольно-таки часто, и, в принципе, призы, ну, такие себе, хотелось бы получше, но все равно неплохо, здесь скины хотя бы раздают за героя. Так, Springwheel, поехали, нам надо тут потрешивать немножко. Так, за 80 попыток нам дадут, а за 200, ну, до 200 мы не дойдем. Ладно, пробуем пока это. Так, 25 смысла нет. 104. Поехали. Ну, неплохо, неплохо дают плюшки, конечно, здесь. Посмотрим, что у нас получится за стопроцентную удачу. Так, смотрим. Ну, такое относительно, в принципе, неплохо. Но у нас, конечно, на русском поинтереснее вот именно эти акции. Поехали дальше. Можно было, в принципе, не брать даже 100, надо было 80 брать, 20 оставить на следующий раз. Отлично, забрали. Ну, осколки дают, но я не вижу таких именно топовых плюх, хотя, в принципе, для кого топовые плюхи. Давайте добьем, надо уже 10 открыть. Посмотрите, X2, X3. Это типа увеличение. Так, отлично. Есть. Забираем эти плюшки. Плюс 1000 камней. Огонь. 300. 500 кулаков. Ну, на русском сервере такого, честно говоря, даже ожидать не стоит. Так, 300 книг. И 50 слизней. Отлично. Так, съесть это у нас, поехали дальше. В принципе, неплохо, и руны еще натащили. Так, что там у нас еще по акциям интересного есть? Winterfest, Bitpack, Shopping Spree. Кстати, неплохо плюшки, раз уже раз в 3 дня дают Shopping Spree, и довольно-таки неплохие плюшки здесь. Быстро разбираю. Так, мы через 1,5 часа аж сможем сюда зайти. Вот нам дали за гильдийские баги дополнительно по 500 самов, не знаю, как там, что там на русском, дали, не дали. Вот есть такие вот, такая вот акция новая для бездонатов, для всех, в принципе, донатов. Выбираете там себе любого, кто вам нравится, и вам дадут за него плюшки, за кого больше проголосуют. Так, а сколько по времени она идет? Ну, все, естественно, жмут на Розалинду. Потому что народ не смотрит, все думают, что дадут Розалинду. 51%. Давайте тоже дадим туда. Так, окей. Ну, вот можно собрать. Ну, в принципе, я думаю, соберем. Так. Это гифты нам уже дали. Поинтер. Ну, поехали в поинт, посмотрим, что там интересного есть.
Так. А, я думаю, ничего не поменяли, да. Поехали, героя, попробуем выбить. Капитан Дрейк, ничего себе. Жестко-жестко призрачный. Карточка. Еще один капитан Дрейк, ну что сегодня? День капитана Дрейка. Так, Гаргул. Ничего себе, Ара. И еще один Гаргул. Короче, такое себе. Так, это таланты, получи призы. Бинго Бласт. Так, Бинго Бласт неинтересно. Алхимик. Тут можно получить 500. Ну, тут ничего не меняли. Счастливое число. Уже ничего интересного нет. Тут затрату. Честно говоря, такое себе. Ничего интересного нет. Так, окей, поехали. Поехали, посмотрим, насколько мы сможем увеличить. И потом через Shopping Spree я смогу уже дополнительно еще докачать. Самое интересное, я опять столкнулся с недостачей ресурса. И это, как вы думаете, что было? Это были камешки. Так, есть. Качаем дальше. Это были камешки именно красные. Опять то же самое, что и с книгами. Печалька происходит. Я начал продавать уже синие кристаллы. Так. Чтобы получить красные кристаллы. Да, в общем, красных у меня хватает. Теперь мне надо будет через 1,5 часа желтеньких. Ой-ой-ой. Опять я нажал дальше, чем хотел, и опять переместился. Вот с одной стороны хорошо, что это так, можно хотя бы как-то вот этих ронинов в конец алтаря спихнуть. С другой стороны, блин, нажал случайно на кого-то другого, он опять вылез в топ. Такс. Вот видите, опять красных камней не хватает. Кристалла, точнее. Вот это заморочка вечно. Самое главное, что вот этих синий обмен на красные намного дешевле в 10 раз. 1000 я получаю, как видите, 100. Такс. Поехали. Книги тоже, кстати, очень быстро уходят. Я не знаю, надо очень много книг на прокачку. Если качать так, как я. Либо же так качать, как обычного героя. За пропуска тоже как вариант. Так. Того, что мы имеем. На этом этапе плюс 2000 надо сделать, да, немало, немало, надо будет нормально красных и желтых. Ну, в принципе, Shopping Spree идет, и там я достану. Ну что, ребят, вот я докачал, в принципе, то, что должен был. Можете меня поздравить, поддержать видосик лайкосиком. 900к апнули мы там очень быстро, в принципе. Все как обычно, IGG нам подкрутила, накрутила, сила растет как на дрожжах. Ну все, следующий этап у нас миллион.
Силы. Не знаю, посмотрим, за сколько мы его апнем. Героев у меня еще осталось до хренища качать. В принципе, как видите, у меня основных я больше не качал. Основные все, ну как бы, все остальные 13-го левела уже на 14-й. То есть там где-то приблизительно, я не знаю, сколько мы получим. Но в любом случае, лям силы можно апнуть даже намного больше. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.